Я говорю, я не пил, я с работы. То есть сейчас проверим. Да нет, я сейчас выпил. Я не главное это не сомневаюсь. Зачем поехали? Да вы подъехали, это говорят. Так посадите трезвого от своего товарища. Вот позвольте. Я и хотел им сказать. Предлагаю вам сейчас пройти, сидите без сани, при помощи, при помощи алкотектора. Да не буду я ничего делать, ребята. Просто комбик. Я говорю, не ехал. Не... То есть невыполнение законных требований уполномоченного должностного лица, именно сотрудника провинции, о прохождении медицинского следствия на состояние алкогольного опьянения. На что вы отказались?